при начале ролика хочу посвятить вам проект Elite MTA Game Server. Он еще не открылся, он находится в разработке, но у него есть свои особенности. Это качественные модели, ну, по сравнению с другими проектами. Много работ, их 6 разные. Ссылку я оставлю в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в MTA на сервере CCD Planet. Первый сервер, чуваки, я зашел, грубо говоря, спустя год сюда, потому что я шел в КРМП и прошел спустя год сюда. Конечно, я сюда заходил ранее, но я вот решил зайти, записать серичку. Я даже в группе делал голосование, снять ли мне серию по МТА, и многие эту идею поддержали. Хотя там было почти 50 на 50, но все равно больше проголосовало за да. И я не говорю главное, что я сниму это видео с вебкой, чуваки. Не знаю, надеюсь, вебка не будет лагать, потому что МТА какая-то очень оптимизированная для моего компьютера. Я если быстро еду, очень меня крашит просто. Так, давайте я заспавню какую-то машину. Сейчас, наверное, FPS просто провиснет жестко, да? У меня, понимаете, в КРМП у меня всегда FPS 60. Здесь у меня FPS 43, 40. Ну, понимаете, да, это пиздец. Просто 39, 30. Короче, FPS падает. Насчет номеров, кстати, я не знаю, почему у меня вот... Вот такие вот у меня номера постоянно. Я не знаю, с чем это связано, на самом деле. Я просто игру не переустанавливаю больше года, наверное. И она вообще у меня по-английски стала, из-за того, что я переместил ее в другую папку. Я вот вчера зашел буквально сюда. Вот себе ламбу сделал. Кстати, эту лампу я купил за 3000 рублей. Я реально задонил сюда 3000 рублей. И до сих пор жалею. И вот купил себе вот такую вот ламбу, от которой теперь не могу избавиться. И сделал себе вот такие десочки, я поставил на нее и в такой вот цвет красиво покрасил, можно сказать. Кстати, на ламбе, знаете, что на ламбе круто? Можете просто проехать. Ну, я, короче, могу на ламбе проезжать прям по шлагбаумам и не платить ни за что. Здесь вроде недавно вышло обновление, я просто в ютубе подписан там, по-моему, на кого-то. А, на Булкина подписан. И видел у него видосик, что здесь обновление вышло. В принципе, смотрите, вот где-то мой ник должен быть. Вон, Кирилл Путбуль, у меня ник. Я с таким ником играю, блин, уже, наверное, 2 года. Но я год не играл, повторюсь. Я год не играл. И наиграл я здесь 395 часов. Из этих 395 часов, наверное, 300 часов я работал на автобусе. У меня еще есть BMW, пацаны. Легендарная это Бэха, которая у меня уже больше года. Легендарная, кто помнит эти номера, 05МК, 05, это казахстанские номера стоят на ней. Этот цвет пошел еще с КРМП, я, блин, это Бэху я еще не продавал никогда. И здесь чип стоит очень крутой. Конечно, FPS, блядь, желает мне лучшего, на самом деле. Желает FPS реально лучшего, потому что пиздец лагает. Не знаю, на как-то видео, но у меня сейчас жестко лагает. Я не знаю, из-за чего это, в принципе. Но, блин, снимать в МТА, тем более еще с вебкой, это очень жестко. Давайте пойдем на БУ рынок. Надеюсь, у меня не крашнет, потому что FPS до 20 уже доходит. Вот сейчас посмотрим, сколько у меня FPS будет. 20 FPS сейчас у меня. Лаги сейчас жесткие должны быть. Мы должны попробовать доехать до сюда. Так, давайте будем медленно ехать просто. Просто медленно. 29 FPS. Так, 28. 17 FPS. Господи, сейчас у меня комп взорвется. Я не знаю, из-за чего это. Наверное, надо игру переустановить. Но понимаете, мне так влом это делать. Просто реально влом. У меня здесь, кстати, еще 2 дома. Так, что-то у меня... А, при переходе что-то белая вебка показывается. О, слива. У меня есть 4 миллиона, я продал тачку вчера. И я хз, что купить. Я бы себе в 10 купил, но у меня бабок на нее нету. Так, на эту тоже денег нема. Ну, блин, здесь обновление вышло, но, блин, все так дорого. Видите, на Бурин стоит 20 миллионов, в автосалоне стоит 25 миллионов. Такая тачка, ламба, как у меня. Ой, я диски на нее еще поставил вчера. Диски мне большие, и настройка... По-моему, 600 тысяч, понимаете, как дорого, блин, обходится ламба. Давайте поищем, возможно, какую-то машину. Извиняюсь, забил экран при переходе. Так, УАЗик. Хочу какую-то тачку найти за 4 миллиона, какую-то нормальную. Лям. Ну, блин, я не люблю такую
тачку. Я бы на самом деле взял бы вот эту аудюху. Ауди, да? Можно было бы ее взять, потому что немного тюнинга на нее стоит. Я бы на самом деле этот Мерс взял бы, но у меня тоже на него денег не хватает. Я хз на самом деле, что мне купить? Потому что, блин, я не играл сколько. И я не знаю, какая здесь тачка хорошая, какая нехорошая. И так далее. Поэтому 840 тысяч. Так, Мустанг. Я даже могу... Я зато помню, какие тачки заменены, какие нет. Это Мазда вообще никогда, наверное, не заменит. Эту Бэху я помню тоже. Вот этот Чайзер, это новая тачка, кстати. Так. Блин, ну я бы на самом деле... Вот бы Ауди взял бы. Вот такую вот Аудюху бы можно было бы взять. За 3 миллиона 780. На нем много просто тюнинга есть. Вот еще Ламбу слили в ГОС. X5, блин, можно было бы взять. Мне X5 что-то нравится вообще по кайфу тачка. Я бы реально X5 бы взял. Наверное, так и сделаем, я думаю. Сейчас посмотрим еще машины. Возможно, я что-то найду новое. Но я так видел у Булкина, какие новые тачки добавили. Примерно. Но, блин, тут ничего такого нету. КН нормальная тачка. Ну, чуваки, я не играл очень долго, чтобы вы понимали. Прям бомбодиски прикольно. Такая Audi еще прикольная. Это S8, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, блин, ну, много прикольных машин, по-моему, этой тачки не было, я не помню. Это уже была. Ладно, погнали, поищем какую-то тачку, чуваки. У меня здесь есть два дома. У меня здесь есть... Что у меня здесь есть еще? Аказия на, типа, блатных номерах. И что-то еще там было. Можно, на самом деле, такую Мэрина взять. Но, блин, нахуй мне нужен. По сути, да? О, Lexus. Или что это, да? А, это Toyota. Не, ну Toyota я ебал брать. Что-то я хочу что-то нормальное, такое мощное. Быстрое. Ну, быстрое это у меня Ламба, конечно. Хуярит прям жестко. Но вот так. Я бы Гетта взял, но мне не хватает. Я бы мог продать BMW, но нет. Ее я никогда не продам. Это легендарная машина. На ней стоит легендарный чип. Почему, кстати, GTR у меня стоит тег? Потому что клан был GTR у меня. Кто помнит? Хотя, думаю, мало кто помнит. Пацаны, если вы хотите, чтобы я чаще выпускал МТА, то ставьте обязательно лайки. Давайте 50 лайков, и я еще сниму новую серию по МТА. Все как бы зависит от вас. Так, Мерин стоит за 2,8. Хм, можно Мерина взять, кабана. Сколько вообще кабан стоит? Я панамку бы взял, бля, ну дорого. Видите, мало что мне по карману здесь, на самом-то деле. Бугатти Чирон это... А, покупает это Бугатти Чирон. Бля, Чирон здесь стоит таких бабок бешеных. У меня реально бабок таких никогда не было и не будет, я думаю. Вот у Ламба, и все, больше мне ничего не светит. Кстати, я продал вот такую Митсубу, типа такой. Ну, попизже. Блин, ну я хочу что-то реально нормально взять. А не какую-то хуету вонючую. Чтобы потом, блядь, ее просто продать на следующий день. Понимаете? Можно еще одну Бэху взять, я хз. Морковка. Ну реально, блин. Какие тачки я хочу купить, они дорогие, понимаете? Поэтому, блин. Я не знаю, что взять себе такое нормальное. Этот Мерс вообще баганый, я помню до сих пор. Что он баганый. Реально, я после того, как КРМП ушел, то есть на мазинг. И после того, ну, играл, конечно, в МТА, но очень редко, но... И то играл не на CCD Planet. А здесь я очень редко играл когда-то. Потом вообще перестал играть. Вот эта тачка прикольная. У меня есть одно место, как бы, всего лишь. Поэтому, если было бы много мест, чувак, я бы все взял бы... Аудюху бы взял бы X5, наверное. Хотя мне бы не хватило, я думаю. Все этажи забиты, кстати. Хм, странно. Так. Сколько что стоит? Кабан, наверное, до хера стоит, да? Я бы на самом деле вот такую бы Audi взял бы.
либо X5 брать, я хз. Либо реально X5 взять и не париться просто. Короче, берем X5, потому что я не знаю, что тут еще есть годное, я X5 хочу просто и все. 80... Короче, чуваки, случилось то, о чем я говорил. У меня, короче, игра перезапустилась из-за того, что я быстро ехал на мотачке. Я не знаю, почему такая хуйня происходит. Это происходит не только, когда я снимаю, это происходит всегда. Но когда я снимаю, это происходит очень часто, я вам скажу. Давайте сейчас поедем до автосалона японских тачек. Вроде бы он тут находится в городе, в этом. Сан-Фьера, по-моему, это называется, да? А то я как бы в Сампе не очень вообще. Ну, Самп МТА, ну вы поняли, да? Поэтому мы не будем валить на нашей ламбе. Хотя, бля, она может 400 с чем-то выжить, блядь. На 95 плюс, по-моему, да, бензин там есть. Типа, от него быстро едешь. Ну, вы поняли, короче. Сейчас я попробую доехать. Так, сейчас нам, по-моему, прямо, да? Ну, чувак, я год не играл, поэтому я хз, как тут, блядь. Что тут поменялось, блядь, непонятно. Это обнова еще вышла, блядь, недавно, по-моему. Я вообще хуй знает, что тут, куда, зачем, нахуй. Не, ну бензовозы я помню, я просто видосы по CC Planet, я в Блуке на видосы смотрю постоянно. Ну а сам, блин, очень редко играю. И то вот я, это, блядь, пиздец какой-то, не знаю, что произошло, что я, блядь, зашел поиграть в МТА вообще. Ну я зашел снять видео вообще-то, ну... Да, сейчас бы на крышу, вон он, по-моему, автосалон, да? Так, можно? Все, спасибо. Так, сейчас... чекнем, блядь, только не игра, не перезагружайся. Надеюсь, у меня запись сохранилась, потому что, блядь, я думаю, она могла не сохраниться. Так, ага. Спасибо. Так, давайте все тачки посмотрим. Но меня интересует Subaru. Эвик я видел. Этот Эвик, по-моему, у меня был. Да, этот Эвик у меня был. Гетер сильно дорого для меня. 300 тысяч вот эта тачка стоит. Skyline, 34-й Skyline, Impreza Subaru. Она стоит 600... Стоп. Блять, там же другая Subaru была. Или это та же самая Subaru? Чё-то до меня не заходит, пацаны. Ладно, давайте ее купим. Купить. Надеюсь, я, блядь, выбрал правильную машину, потому что это будет пизда, пацаны. Так, надо ехать теперь в тюнинг. Надо ехать в тюнинг, но это уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите еще МТА, ставьте лайки и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.